Из правых популистов в мусульмане. Немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» принял ислам. Кто он и почему решился на такой шаг, расскажет Татьяна Лагунова. Она в Германии. Крутой разворот. Политик от ультраправой партии «Альтернатива для Германии», той самой, которая считает, что исламу нет места в немецком обществе и требует ограничить прием беженцев, неожиданно сменил свои взгляды. Артур Вагнер, авторитетный функционер политсилы в Бранденбурге, принял ислам. Еще прошлым летом Вагнер критиковал Ангелу Меркель. Дескать, она пускает беженцев и тем самым превращает Германию в совсем другую страну. А несколько дней назад неожиданно признался в интервью одному из изданий. Принял другую веру. Теперь он мусульманин и покидает пост в партийной ячейке Бранденбурга. Журналисты пытались расспросить, что, как и почему. Но Вагнер на вопросы отвечать отказался. Мол, это его личное дело. А в руководстве «Альтернативы для Германии» проявили поразительную толерантность. Вспомнили, что немецкая конституция гарантирует всем, в том числе и Вагнеру, свободу вероисповедания. Новость о том, что правый популист Вагнер принял ислам, перепечатали все европейские СМИ. И припомнили, что он не впервые меняет свою позицию. До вступления в ряды «Альтернативы для Германии» Вагнер был убежденным христианским демократом. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».